победители, узнаем, какие команды будут сегодня сильнейшими среди всех спортсменов. Все это уже ближе к обеду. Ну что, друзья, я вижу, все уже оставили свои велосипеды. Кто из вас приехал на желтом Ford Mustang с номерами? Железная дистанция. Каждого, кто сейчас отправляется на плавание. Много-много еще участников на берегу ждет своего звездного часа, своего старта, своего первого для кого-то триатлона. Интересный день, интересная дистанция сегодня. Уважаемые спортсмены и болельщики спортсменов, уже нет чем водить. Главный спортсмен, аэронетический, три пары, пятискалера и мокрокрикады. Все выделено в том, что с мокрокрикадой, отчетный ролик. Убирайте лодку. Виталик, вон где она. Вот. Поддержка спортсменов, вот они лидеры первого этапа. После плавания убегают вас. Жека, ты красавчик! Отдавай ее! Помоги, пожалуйста. Так, всем нафиг, ничего не надо. Александр Питнюк уже уходит на беговой этап. Спасибо. Григорий Новак, давай, Гена, проходи, беги.
В этом году ушел четвертым среди эстафетных команд. И посмотрите, Хамелеон Тим, вторая команда клуба. И Евгений Годун за беговой этап сократил дистанцию до минимума. Вот так вот в одиночку. Триатлет категории ПРО Сергей Курочкин финиширует. Триатлон Айронвей 70.3. Александр Беднюк, финиш.